Вот сиги хобди, алтеш кробес, и не завек цим тот навдим шобес, ота и дава беле, ота и гройся цурес, а зиса штинки рынтек зяв капурес. Из дневника Андрея Тарковского. 21 января 1979 года. Прочел псалом Фридриха Гринштейна. Это потрясающее сочинение. Вне сомнений, он гений. Он был человеком очень смелым в литературе. Его характер и их поведение было всегда крайним. Но особенное открытие возникло в пьесе «В спорах о Достоевском». Один из главных образов, который там действует, некий персонаж по фамилии Чернокотов. Это жуткий, я бы сказал, портрет, жуткий по своей точности. Портрет оголтелого русского националиста, зоологического антисемита. Как ты себя ощущаешь? Каким писателем? Еврейским, русским, немецким? Как у тебя Я не знаю. Ну, твое ощущение? Мне трудно сказать. Я думаю, что лучше всего сказать, что я специалист по России, специалист по Германии. Потом прошло какое-то время. Пришли те годы, где людям было легко стать скотинами. Фридрих показал, что все те, как говорят у нас в русской традиции, низменные инстинкты взвихрились, и мы получили то, от чего мы не ожидали, потому что наша культура, наша литература нас к этому не готовила. А Фридрих готовил, но мы его пропустили.